Доброе утро, ребята. Посмотрите, в нашем доме появился еще один дом. Вот такой прекрасный домик подарили нашей внучке. Вчера они его принесли. Вот здесь раньше у нас стояла, вот здесь на этом месте, палатка. Ну, естественно, мы ее уже собрали. И вот такое замечательное сооружение. В такой коробке он был запакован. Домик, раскраска. Вот высота у него 110 сантиметров. И кошка здесь наша уже рядышком с Викой. Все нюхает. Что бы ни принесли, надо все обнюхать. Видите, она меня лизнула. Да? Вот мы его развернули. Инструкция даже по сборке есть. Уже я посмотрела. Оказывается, это наше российское производство. И где-то в Москве. Да, ну-ка. Ну да. Не знаю, ребята, сколько он стоит. Попросила дочку узнать. И вообще, откуда они его выписывали. Это ее знакомые выписывали, своей племяннице. И Викуле вот такое. Теперь у нас работы непочатый край. Ну как там получается? Викуш. Викулё! А что ты замолчала? Видите, чем мы занимаемся? Полгода все красим, докрасим. Ну да. Да. Уже несколько лет, по-моему, несколько месяцев. Да, несколько полгода лет. Прошло. Полгода? Лет. Да. Так бабушка уже все почти раскрасила. Дети чуть-чуть помогали. А потом я решила все это бросить, потому что это было... помощника... Не дождешься. Потому что помощник потерялся. Я не хотела раскрашивать. Да, Дима запал не хотел. Был. Ну, Дима немного помог. Запал был. А потом я говорю, ну что, в конце концов, я елку не начну делать до тех пор, пока мы не сделаем. Домик? Домик. Ну, потому... Его же надо тоже к Новому году приготовить. Мы его украсим. Так да. Же? Мы будем заснимать про видео про Новый год. Вот когда будет Новый год. Когда будет день Нового года, мы заснимем, мы чуть-чуть полдня, мы чуть-чуть заснимем, потом еще чуть-чуть. А вечером, когда наступит уже полный... Так, давай не будем загадывать. Да. Мы сейчас сделаем свою работу. Да. Нам надо раскрасить. Осталось две детали. Центральные, вход, как говорится, ну, да, и тыл. И тыл, а не понимаешь, что такое тыл. Не понимаешь? А-а. Это задняя часть дома. Ну да. Кстати, там есть отверстие для мышки. Дима уже раскрасил мышку? Как там уже раскрашено. Да. Потом мышка. Я подумала, что это, мне это надо или кому? Бабушка раскрасила за неделю бы все это. Ну да, потому что это такой, хоть и большой, но... Мне очень хотелось это все это быстренько закончить, но смотрю, дети уже упало у них. Упало у них настроение. Да, желание какое-то. Ну, в первую очередь, это вообще-то тебе нужно было. Диме это совершенно не нужно. Ну да, потому что он уже большой. Дима совсем другие интересы. Ну да. Ну да. Он любит компьютеры, стрелялки, попупал. Да, стрелялки. Еще он любит своих муравьев. Муравьев? Ну да, мы заснимали уже про них видео. По-моему, по-моему, оно отправлено. Ты, главное, не аккуратненько. Вот глазки, бровки, все хорошо сделала. Так, теперь что ты раскрашиваешь? Мне расскажи. Бороду. Так, может, надо было сначала мордочку ее раскрасить? Ну, нет. Нет, все-таки бороду? Ну, ладно, решай сама. Это же мой домик. Ну, если твой домик, тогда сама раскрашивай. Узнать? А я буду со стороны смотреть. Ребята, мне его, кстати... Купили очень-очень давно. Да, полгода назад. Да, полгода. Полгода назад прошло. Или... Купили. Или подарили тебе его. Ну да, подарили. Я там начала очень орала, кричала, хотела его быстрее посмотреть. Ну да, они думали, бабушка сейчас сядет, все раскрасит. Они... Да, здорово. Нет, нет, не пойдет. Нет, да. Как не пойдет? Конечно, не пойдет. Тем более за один день вот эту... Вот этот весь домик не раскрасить. Это не так уж и просто. Да. Просто... Ну, не за
День, а за неделю, если бы мы все вместе и... раскрашивали втроем, да, мы бы закончили. Четвером, четвером. Кого еще четвером? Может быть, всех родственников соберем. И вот так. Деловая. Да. В первую очередь тебе это надо было. Ну да. Кстати, я вот подготовила еще коричневый, ну на всякий случай, вдруг понравится. Бабушка и так уже всю мелкую работу, все мелкое покрасила. Почти. Или раскрасила, правильно сказать. Да и так, почти все. У нас есть, кстати, вот тут колокольчики небольшие. Ты раскрашивай, давай. Это спрятали. Ля-ля-ля-ля-ля. А работа должна идти. А работа? Да. А работа сама... Раскрашивай и разговаривай. А работа сама себе не сделает. Конечно, все правильно. Короче, я не могу... Можно разговаривать и раскрашивать. Ну да, правда, когда молчишь и раскрашиваешь, это быстрее выглядит. Да, ради бога, можно и разговаривать быстрее. Ну... Вот эта кисточка, я сейчас на быстрее могу. Вы там в садике тоже? Раскрашиваем, рисуем. Не молчите же вы, когда раскрашиваете, или что там? Да, мы... Когда у вас занятия идут? Нас воспитательница пытается успокоить, чтобы мы... Че? Чтобы у нас рот был скорее, как она говорит. Да? Рот скорее. Ну, воспитатели. Рот на замочке. Так, Вик, подожди, я чуть-чуть разверну. Ой, берем. А я уже тут уже раскрасила. О, вот так, кстати, мне лучше этот краш. Да? Да. Так, ну-ка. А клювик у нас должен быть. Аккуратно. Бабушка постоянно повторяет ей, аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Не лази за строчки там или за рисунок. То будет некрасиво. Мы же хотим, чтобы он красивый был, правильно? Да. Ну, надо стараться, вот мелкие части надо аккуратно раскрашивать мелкую кисточку. И я вот очень рада, когда мне его были, когда мне купили. Но, если честно, вы знаете, я всегда хотела быстро его собрать. Но я думаю, что он... Ну, мы его собирали. Да. Он же стоял собранный, но потом же все-таки надо было его раскрасить. Для этого его создали этот домик для деток. Чтобы детки сами что-то это, раскрашивали, сами решали, какой цвет где раскрасить. Чтобы они думали, а почему бы это не было сказкой? Они думали сказку и раскрашивали, ну, там радужные цвета были всякие. Понятно. Правда, интересно, сколько он стоит. Кто? Домик этот. Тысяча. Одна тысяча рублей. Одна. 1901 рубль. Ты вообще слышала, что бабушка сказала? Одна тысяча рублей. А ты уже приплюсовала там 900. Да. Вот, я вот уже раскрасила бороду, хочу перейти. Так, теперь что мне? Теперь мне надо светло-зеленый. Вика. Я принесу. Подожди. А вот здесь вот есть какой-то. Подожди. Да, тут... Так, раз, два, три. Три зеленых, вот это самый светлый. Да? Да. Я сейчас попробую, что получится. Ну да, что получится, то и получится. Ну что, что ты замерла? Закончили мы, да, красота такая? Сделали грибочки цвета, как я хочу желать узнать, здесь есть вода. Да? Красный. Ну так что, давай, осталась нам еще одна часть, она небольшая, ну что, неси, давай. Там. Давай. Я уберу. Клади на стол. На стол. На стол. Но вот даже тут есть мельница. И раз, два, три, четыре, пять. И раз, два, три, четыре, шесть. Ну что, беремся. Ты что будешь раскрашивать? Давай, выбирай. Энки-бэнки, дядя-бэнки, энки-бэнки. Так, тут курочка. Что? Я хочу, думаю. Подожди, я посмотрю, что тут написано-то. А, тут алфавит. Алфавит. Курочка, мышка, цифры, буквы. Цифры, буквы, цифры. Ну, все то же самое. Вот это самое кропотливое, это цветочки, но это, как всегда, бабушки. Я буду мышку. Мышку? Да. Ну, выбирай серенький цвет, мышку, давай дальше продолжай. Я беру. Работа идет? Ну, да. Да. Тихо. Разошло. Да, раскрасила, да, раскрасила. Так, что ты будешь красить? Мышку? Тогда ты двигайся туда дальше. Мне надо подумать. О, и яйцо раскрашу золотым. Яйцо потом. Да. Ты мышку красишь. А еще я бы, мне как я вот это раскрашивала.
Что там раскрашиваешь? Мышку. Мышку наружку. Мышку, мышка наружка. Идем со мной, подружка. Ля-ля-ля-ля-ля. Бабушке самое нудное. Цветочки раскрашивать. Ой, что-то я. Ой, а я на той картинке забыла эти желтеньким раскрасить. Ну ладно, потом. Да, ничего страшного. Поправим потом, посмотрим. Короче, мы с перерывами. Потому что туда-сюда. Все красим и красим. Ну да. Потому что вот это мы за один день не раскрасим. Да, Вал? Ну, еще немножко покрасим, и уже, наверное, на следующий день будем докрашивать. Я не хочу за третий садик, если честно, по-честному. Начинается. То бежит в садик, то она уже не хочет. То я вот тут сплю, то я... Пришла сегодня. Все, я в садик не иду. Не хочу. Что там говорит делать? Ну да, потому что мы не гуляем, а там снег, снег. Ну да. Такая что? Чтобы вы позаболели, что ли? Потому воспитательница не ведет вас. Сидите вы в группе. Ну, когда да. Погода хорошая, вы гуляли. И с утра, и вечером. И до утра, до вечера я бы там гуляла. Потому что вот так интересно, интересно. Выходи на букву С. Да. Так, что там тебе? Уже сказали, кто ты будешь на Новый год? Да. Что-то бабушка видит туда, да? И кто ты ж будешь у нас? Восточная. Ой, какая восточная краса. А, да, какая. Ну, восточная. Красавица. Все-таки восточная красавица, да? Я не русская красавица. Я... Ну вот, дорогие друзья. Посмотрите, что у нас получилось. Домик закончен. Домик закончен. Так, вот, перед, вот. Вот сейчас покажем букву. Ну, давай. Ой, это не тот. Не обзорчик делай своего дома. Да, вот это. Да. Ну-ка, ну-ка. Ой, сейчас, минуточку. Просто у нас проблемочка. Не проблемочки. Сейчас, минуточку. На 5. Ну, вот мы развернули его. Ну, рассказывай. Вот, смотрите, ребят. Кто помнит, какой он был? Полгода мы. Все красили, красили, наконец с Викой закончили. Ну да, вот. И мне... курочка у нас здесь. Курочка ряба, да. Как говорится. Ой, сейчас открою. Вот яичко выскочило. Мышка сидит еще, улыбается. Мышка, да. И сзади тоже есть мышка. Вот наш зад. Зад. Часы наши. Часики, лисичка. На 12 и на 3. Да. Вот пчёлка. Очень красивый глянь, дом получился. Глянь, какая пчёлка улыбашка. Так, ну давай разворачивай. Давай. Еще в эту сторону. Вот еще одна сторона дома. Наша последняя. Вот да. Жучки, паучки. А это кто, козочка? Козы. Я здесь козы. Коза-мама? Коза-мама и козля. И два козлика, да? Вот, я думаю, что вот это дело. Вокруг невозможно обойти. Кажется, он такой небольшой, но он большой. Ну да. Вот у нас была палатка, она где-то есть. Но... Ну, палатку мы убрали. Ну да, потому что на два домика не хватит места. Да ну? Так может, ты к себе в квартиру заберешь его? Нет? Здесь оставишь? Она и так оккупировала здесь все. Потому что я-то оккупировалась. Ну, давайте вам... Давай, разворачивай еще его. Фасад нам покажи. Где? Какой? Вот он фасад. Это вперед, значит. Да. Ну, еще раз покажи. Отодвинь его дальше. Он уже выскочил, а там Вика чуть дернула его. Где? Ну, вот здесь. Ну, ладно, оставь уже. Ну, вот. Наш конец видео подошел уже к концу. Тут у нас есть цифры. Вот, 9. Ну, покажи дверка, как открывается. Шустрее, давай. Она пришла с занятий, вот теперь такая. Донышка у него нету, потому можно так крутить, вертеть. И, естественно, что ты там будешь делать? Ложиться, лежать, играться. Ну, да. И подругу спать. И кошка там будет жить, наверное. И... Моя... Соня, да? И мой друг. И твой друг? И
Ну все, тогда, наверное, заканчиваем, Якушок. Ставьте лайки, как вам нравится наше видео? Ставьте лайки. Домик вам понравился наш или нет, да? Ну да. Мы старались. Кстати, он внутри, посмотрите, звездочки там. Ну да. Ставьте лайки. Ну и все. Пока-пока. Пока-пока. До новых встреч, ребята. Я очень вас люблю. Ставьте лайки.